Клубный дом «The Lake» на северо-востоке Москвы располагается в парке у воды в 11 минутах ходьбы от ботанического сада. В проекте 118 квартир. Большинство из них видовые, ориентированы на пруд. В настоящий момент на объекте ведутся следующие работы. Устройство кровли. Выполняется монтаж светопрозрачных конструкций. Производится монтаж навесного вентилируемого фасада. Выполняются работы по благоустройству. Ведутся работы по монтажу наружных инженерных сетей. Ведется монтаж внутренних инженерных систем. Отделка паркинга. Производится монтаж индивидуальных тепловых пунктов. Срок сдачи объекта – второй квартал 2025 года.